Так, один виброхвост я оторвал, и причем так легко оборвал. Это как в фильме в этом. Собачье сердце. Оборвал. 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 Непонятно почему. Либо таймень, но что-то сомнение, что это таймень. Ох ты, а что он у нас сюда, хочешь сказать, не влезет? Плохо, если она сюда не влезет. А нет, все нормально. И что-то так легко оборвалось, что-то я не понял. В чем причина даже. У меня еще есть виброхвост. То что? Не все потеряно. Один виброхвост сработал. Сейчас посмотрим этот как. Ну да, этот прикольно тоже. Должен прикольно быть. Тяжеловатый для этого спиннинга. О! Этот полетел. Коряжник, походу. Конечно, хотелось бы, чтобы это таймень был. Да, там коряжник, походу. Лучше не кидать. Не, ну у меня было так в жизни. Так же зацепил, ёк. И все, короче, дергал. Юрий, говорю, поплыли, короче, выдирать зацеп. Только поплыли, трещотка как заработала. На килограмм так 15-20 таймень был. Не, бесполезно. Зацеп. Это не таймень. Хотелось бы, конечно. Таймень был. Что, будем оборвал? Будем оборвал делать. Жалко два виброхвоста, а? Смотри. Что делать-то? И засел хорошо. Это он так-то не зацепляйка. Ладно, выключай, буду выдирать этот беспредел, чтобы не показывать. Есть. Небольшой, что ли? Не могу понять. Небольшой. Даже
стоит. Да нет, не маленький. Не, хороший. Да? А, ёпаса. Нормально. Опа-на! Опа-на, ребята. Шикардосик. Ну, теперь я верю в это, что виброхвост работает. Виброхвост работает. Но против солнца сильно не снимай. Этот покрупнее, но... Этот децел покрупнее. Этот децел покрупнее. Это с прошлого раза, да? Средний палец. Не, этот хороший по весу. Ну что, нормально, все, пойдешь?